Когда инструктор подает команду. Если инструктор дал команду Сейрецу построиться, в какой бы части зала вы ни находились, вы обязаны в течение 5 секунд занять свое место в строю. Любая команда выхода в стойку или для выполнения базовых техник должна незамедлительно быть выполнена. Если инструктор подал команду, ученики подтверждают все понимание команд возгласом «Осум». Когда инструктор задает контрольный вопрос «Локата?» Понятно? Ученики все вместе должны ответить «Осум» или поднять руку, если непонятно или не слышно. Осум.